Мой муж ищет работу. Уже 3 года. 3 года, как я окончил институт. Вы отстали от жизни. Вы не можете жить по старинке, а по-новому просто не хотите. Прошу, для хорошей должности нужны деньги. Что? Да кому в наше время нужен такой муженек, как твой? Когда вы заплатите за свет, а? Мамочка, а что вы мне принесли? Я звоню насчет работы. Уже взяли? Да. Так заплатите или нет? К сожалению, уже взяли. Всего доброго. Потерпи немножко. Все будет хорошо. Когда? Вы мне вообще ничего не покупаете. Только тетя Зибо покупает. Компьютер, который я тебе подарила, хорошо работает? Да. Так заплатите или нет? Малика, до каких пор он будет висеть на твоей шее? Все будет хорошо. Мам, тут про какое-то объявление спрашивают. Я согласен на любую работу. Я хочу, чтобы ты совершил убийство. Руки за голову. Я не убивал ее. Пока не найдут настоящего убийцу, я буду под подозрением. А зачем искать убийцу, когда он уже найден? Да пошел ты! Если ты не убивал, значит, это сделал кто-то другой. А раз этого другого никто не собирается искать, значит, его должен искать ты сам. Кто ее убил? За этим я и пришел сюда. Говори здесь. Это длинная история. Приходи домой, все объясню. Ты его знаешь? Это мой лучший друг, понимаешь? Кто убил этих женщин? Ты. Мама! Мамочка! Да, сынок. Ведь мой папа не убийца. Скажите мне правду. Он не убийца? Он не убийца? Он ведь не убийца. Ha ha ha!